на восьмом склоне, где кресельные канаты, стоит трасса гигантского слалома. Победители по сумме двух попыток. Всем привет, меня зовут Паша, я участвую сегодня в проекте «Соломон Ski School». Я хочу сказать огромное спасибо проекту «Соломон» за то, что он дал такую возможность покататься на склоне и выиграть поездку в Шамоне. Всем спасибо. Всем привет, меня зовут Алексей. Сегодня компания «Соломон» проводит соревнования по слалому. Это соревнование для меня впервые. Надеюсь только на победу. Всем спасибо. Привет, меня зовут Аня, я из Москвы. Я решила участвовать в этом соревновании, чтобы всем доказать, что зебры бывают не только в пустыне или где-то еще, они бывают еще и в горах, и очень классно ездят. Спасибо, что голосовали за меня. Ура! Вы желаете мне удачи. Меня зовут Селенка Андрей, я из города Мытища. Я здесь, чтобы покататься на лыжах, получить массу удовольствия, проводить, так скажем, зимнюю погоду, зимний снег и с хорошим настроением катиться весной. Всем привет, меня зовут Марина Плотникова, я из Москвы. Я здесь потому, что я собираюсь ехать в Шамони и учиться фрирайду, а Белая долина меня уже заждалась. Всем удачи и пусть победит сильнейший. Всем привет. Соревнования у нас будут проходить по трассе «Слалома гиганта». Она у нас установлена на склоне. Соревнования проводятся по двум попыткам. Результатом соревнования является сумма времени двух попыток. Ваша задача – проехать все ворота, объехать все флажки, которые здесь установлены, и обязательно пересечь финишную линию. Всем удачи! Ни пуха, ни пера! Спасибо компании «Соломон» за предоставленную возможность участвовать в соревнованиях по слалому. Это был мой первый опыт прохождения слаломной трассы, и поэтому честно дико переживал, из-за чего, может быть, не показал мне очень хороший результат. Я проехала две попытки слалома гиганта. Немножко расстроена тем, что мои секунды, скорее всего, меньше, чем у лидера. Я занимаю второе место. Но, тем не менее, в следующий раз я обязательно поеду в Шамони. Спасибо «Соломону» за возможность, за организацию. Все было прекрасно. Спасибо, ребята. Понравился и склон, и сама подготовка трассы. Все понравилось, и поэтому доволен всем абсолютно. Учитывая, что это первый опыт в катании. Я стою на лыжах всего второй месяц. Сейчас мы катались «Слалом гигант». Я катался на лыжах «Соломон», сегодня не на своих, а на предоставленных лыжах. Замечательные лыжи, мне понравились. Возможно, даже благодаря этому я заработал пару лишних секунд. Хочу поблагодарить «Соломон» за то, что делают такие проекты, за то, что развлекают людей, дают возможность поездить, отдохнуть по странам. В общем, большое спасибо. Проект был замечательный. Пришло время подвести официальные результаты. Третье место занял Сучков Павел. Второе место – Плотникова Марина. И на первом месте – Беленев Алексей.